полседьмого утра я пошла вешать белье под бальчик. Вот. И вдруг слышу хлопок, бешеный хлопок, выскакиваю из трубы, не из трубы, а у нас окошко духовое, окно на крыше. А оттуда валит огонь. Огонь! В сгоревшем доме было 8 квартир, в нем проживали 32 человека. Как следует из официального документа, о пожаре сообщили в 7:04. Сама бригада приехала через 11 минут. К этому времени сгорело 50 квадратных метров, в доме находились 15 человек. Всех успели эвакуировать до обрушения кровли. Я проснулся от того, что услышал треск, вышел в коридор и все горит, начал всех подымать. Когда прибыли пожарные? 7:20 где-то вот так вот они приехали. И как долго тушили пожар примерно? 3 часа, наверное, 2-3 часа. В 2021 году дом был признан аварийным. По словам местных жителей, примерно 2 года назад сгорел такой же соседний дом барачного типа. Мы обратились за комментарием в мэрию. Сейчас будут работать специалисты пожарнадзора, которые дадут заключение по причине возгорания, учитывая, что дом является аварийным, признан аварийным, установленным в законном порядке. Дальше уже будут идти работы в части расселения, предоставления жилья. Администрация города оказывает помощь погорельцам. Гражданам предложили пункты временного размещения и предоставили транспорт. У многих сгорели вещи и предметы бытовой принадлежности. Помочь пострадавшим можно по номеру телефона, указанному на ваших экранах.